Габой. Первый напуск. Да. Хозяин. Кулагин Олег Викторович. Город Саратов. Саратов. Саратовская область. Да? Саратов. Город Саратов. Зона. Первый напуск. Так. Вот УКО 63-99-16. Рождена 20.07.13. Город Саратов. Хозяин Гамазинов. Да? Да, да, да. Сергей Викторович. Вениаминович. Волокова. Волокова. Так, город Саратов. Волокова. Саратовская область. Поселок Балакова. 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 Поселок Ивановка. Отец чемпион Карай. Леший. 58-59-12. Каноненко ВВМ. Мать. Полевая чемпионка Затейка 58-73-12. Гамазинов СВ. Русская гончая Арфа 52-07-18. Рождена 9.04.14 года. Отлично. 3 вторых, 1 третий. Зайцы Беляк. И принадлежит Юдину Владимиру Николаевичу. Чувашская республика. Город Шумарье. Шумарле. Отец Гадай 83-54-06-23-РГ. Каримов ФИ. Тропка, мать, Тропка Затейка 83-54-07-61-4. Урядов ФП. Эстонская гончая Набат 843-18-30-1 ЭГ. Рожден 14.05.18. Оценка Очхор. Диплом третьей степени по зайцу Беляку. Уфилин, да? Принадлежит Уфилину Михаилу Сергеевичу. Чувашская республика. Новочебаксар. Город Новочебаксарск. Отец Зингер. 16.62.12. Кузнецов Н.Р. Мама Чики. 17.29.15. Шарнин АА. Затейка 51-50-17. Рождена 07.05.12. Отлично. Первый, второй, третий. Заяц Деляк. Тужилин Николай. Тужилкин. Тужилкин Николай Петрович. Город Чебоксары. Отец вожак 31-80-09. Иванов Ю. И. Мать Найда 83-54. 05-018-09. Тужилкин Николай Иванович. Русская гончая АЗА 80, свидетельство 83-1 АН 17-2055-3. Рождена 26.04.17. Отлично. Экстерьер без дипломов. Принадлежит Юсину Игорю Борисовичу. Нижний Новгород, Кстовский район, деревня Крутая. Мать Трубач, 44-84-15, Иванов ВП. Трижды полевой чемпион Будишка, мать, 32-49-10, Юсин Игорь Борисович. Русская гончая Ария, 54-15-18, рождена 21.05.15, оценка Очхор, имеет второй и третий диплом. Заяц Беляк. Принадлежит Кондратовичу Андрею Евгеньевичу. Великий Новгород. Город Акуловка. Отец Пылает 42-09-14. Попов ВБ. Мама Спойка 41-70-14. Кондратович АЕ. Займа. Русская гончая. Свидетельство 8-833-17-0049-7-РГ. Рождена 4 апреля 2017 года. Владелец Юсин Игорь Борисович. Мать Дон 45-03-15. Горшков С.А. Мама Соната 40-88-14. Медведчиков А.П. Русская гончая А.Флейта 54-88-19, рождена 2.04.16, отлично, имеет первый и второй. Принадлежит Кашин Артур Геннадьевич,
Нижегородская область. Город Городец, улица Светлая, дом 11. Рождена чемпион Гадай, 31-99/10. Принадлежит Кудряшову ВЮ. Мать Затейка, свидетельство 831-810/РГ. Принадлежит Скобелеву. Русский гончий, жилет Шугай, 54-96/19. Рожден 3-5-16. Оценка отлично. 3 диплома 3-й степени. Принадлежит Карпову Владимиру Александровичу. Нижнегородская область. Поселок. Как? Миянг. Миянг. Uh-huh. Отец полевой чемпион Закат 38-79/13. Цван ВМ. Да. Мать Затейка 37-46/12. Карпов ВА. Так, 4 октября. Это русская пега. Штурман. ВПК 68-66/19. Рожден 28.08.16. Экстерьер отлично. Диплом двойка. Заяц Беляк. Принадлежит Тетерину Михаилу Вячеславовичу. Московская область. Город Ступкино. Отец Аргон 64-13/16. Портянка ВГ. Мама Нота 64-28/15. Романов. Михаил Вячеславович, доценка такая, работа удовлетворительная, заяц переведен. Значит, палаза, конечно, тут трудно было проверить, но, как говорится, егерский, палаз 6 баллов. А подъем был на скорую руку. А палаз проверять, у нас еще 12, мы не можем. Надо было еще добраться. Поэтому, да. Вот палаз 6 баллов. Добычливость 5, мастерство 16, чутье 6. Значит, вязкость при 40 минутной работе расценили. Он до 60 не работал, последний подслов не выправил. Вязкость 13 баллов. Голос достаточно доносчивый, с ярким манерой. Породный голос, без подголоска, но породный. 7-2-4, изредка дает голос на сколе. Парадность 7, послушание отличное, 71 балл, диплом 3-й степени. Чем вас поздравляем. Спасибо. Это Габой, 66-87/18, рожден 30.07.15, Очхор, диплом 3-й, Заяц Беляк. Принадлежит Тетерину Михаилу Вячеславовичу, Московская область. Город Ступино. Отец. Чемпион Огонь. 58-87/12. Коротких АН. Мать Скрипка. 47-22-2031/РПГ. Ермолаев АН. Так. Крепыш. 68-50/19. Рожден 17.08.14. Экстерьер отлично. Дипломы 1, 2, 2/3 Заяц Беляк, 2 Лиса. Принадлежит Щепоткину Николаю Алексеевичу. Тульская область, поселок Арсеньево. Отец Страдай 48-32-3-02/РПГ. Алешкин ЮА. Мать Радоль 48-6-01-23/РПГ. Хозяин Алешкин ЮА. Другая работа, да? Там видели сами. Сплошные перемолвки. Я зайца видел 4 раза, он в 2 минутах. Он ходил 2 раза и 3-го чужого. Ну там и это. Поэтому вот расценка такая, осколок он набрал. Ну гон. Работа удовлетворительно, чуть выдавил слово. Вот. А расценка такая сегодня. Значит, палас не широкий, не глубокий. 5 баллов палас. Добычливость 4 балла. Мастерство 16, чутье 6. Вязкость полная, по часовой работе расценили возлеца. Голос возлец очень верный, но проносов
Только чего у него сначала, вот я сколько раз видел, сейчас ты перемолвки, он сбивается с следа, тут же замолкает. Он? Ага, и тут же замолкает, кружок дает, собьет следа, и вот эти частые перемолвки, вот работу, красоту гона они немножко портили, плюс сколы. Так, значит, голос 7-2-5, верный вызлец, верный. Ну, сейчас сами слышали, какой яркий, пристальный гон, вот такой бы был. То есть, не зря все-таки у него есть задатки хорошие. Слушай. Парата 7, послушание 4, 71 балл, диплом 30 степени. С чем вас поздравляем. Ну вот так, смотрю, слева повела уже. А что я отойди, что видишь, собака. Так, ну что, первым номером у нас сегодня работала Кана Евгения Викторовича. Мышловка показала уверенную работу. Красивый гон, уверенный, голос породный. Двутонный с подголоском. Расценочка такая будет. Палас средний по ширине и глубине. В контакте с ведущим 6 баллов. Добычливость 5. В первой половине подняла работы. Мастерство 18. Выжловка отработала. Показывала хорошо мастерство. И зайцы перевидели 2 раза. И она обрезает. Двоечки заметили. Это тоже говорит о ее высоком мастерстве, то есть двойку сразу обрезала и повернула как бы сразу туда, куда заяц ушел. Это показывает, что вызловка уже мастеровитая. Есть у нее опыт работы и по зайцу беляку, как ни странно, южанка научилась, видимо. Не зря, конечно, поработали хозяева, владельцы этих собак. Так, добычливость сказала 5, мастерство, значит, 18, чутье 8. Вязкость 14. Далее голос. Голос, я уже сказал, яркий гон. Частая манера отдачи, двутонный, высокий, с подголоском. 7-3 изредка дает голос на сколе. 7-3-4. Паратость, вызловка паратая. В минуте в двух выходила. Паратость 8, послушание 5 с плюсом. Ну 5. 78 баллов, диплом 2-й степени. О-о-о, поздравляем! Поздравляем, Викторович! Нет, ловко я зайца увидал далеко, он зайцу так шел сначала. Она отлично раз, обрезала. Туда прошел, идет, вышел на меня, не дошел не до меня, снова влево, 2 метра, обратно. И вот так вокруг меня обошел, ловко шла рядом, сначала так, потом раз, дошла. И вот так по беляку. И вот так резко начало. Я не заметил, что там обрезала. Есть, да? Обрезала, конечно. Чутье. Она обрезала, она не пошла вот это на второй. Мастерит, ну. Хорошо отработал. Спасибо большое. Вот это серьезно. Диплом 2-й степени. Я тебе еще один такие привез. Ты можешь оставить кости. Ты помнишь, как был тогда? Да. Может, запотело немножко тут. Это сколько лет назад? Это очень много лет назад. Лет 15 точно. Собирай. Это Дмитрий Николаевич еще раз. Спасибо. Второй. За второе место на данных мероприятиях. 2. Так, где тут видно второе место? Так, Николаевич, это все в тебе. Настя Александр Рудольфович, чтобы красиво было. Так. Вот так, чтобы красиво было. Все. Всем давай, пока. Давай, здоровья тебе. Марин, тебя поцелую. Нет, я иду с вами. Я хочу посмотреть собаку. Ну пойдем. Здравствуйте. Ну ты собирался только что лет не видела. Целоваться лезешь, кобелюк. Какое целоваться? Целоваться. Я дедушка. Так. И что, дедушка? О, какие красивые. Вот это кто такой красивый, так глаза подведет. Дворняшка пока, слушай, вот всем нравится, только его глаза. А вот это вот кто? Это вторая. Это заливка как раз. Вот а, это заливка, она от кого? Она идет из-под шарманки. Шарманка идет из-под Арфа Попова и Мудрого Федулова. Отец отца Пылая Поповского. У них с Пылаем вообще отец. Арфа 3. Да. Понятно. Ну хорош. Это вот она сейчас диплом-то заработала. Да, вот она. Первая степень, 24 диплома, 22 мастерства. Красотка. Вот она в том году здесь тоже на первой сработала, а потом первую медведечку сработала. Здорово. Нет. Все. Радуга голосов 2019, посвященной памяти безвременно ушедшего охотоведа Пунгина.
Александра Ивановича можно считать закрытым. Закрытыми со следующими результатами. 3 диплома первой степени, 9 дипломов второй степени и 9 дипломов третьей степени. Всего у нас получилось 2 9, 18, 21 диплом. Значит, диплом первой степени с 87 баллами, значит, расценена Выжловка из Костромы, Костромской области, Торпенца Вячеслава Валентиновича. Блёстка сработала, еще умудрилась после отбоя, то есть заяц в зубах. Лучше бежать, да? Второе место заняла, значит, Филатова Дмитрия Николаевича Выжловка, заливка, при 83 баллах. И третье место заняла, ну, при мастерстве, то есть 23, да, 23 или 22 балла? 22 балла. 22 балла. И в баллах за мастерство уступила с дипломом первой степени Выжловка из Воронежской области Юдина Олега. Это первые. Так распределились места. То есть чемпионкой данных мероприятий, данных состязаний стала Выжловка из Костромы Вячеслава Валентиновича Торпенца. Чем мы его и поздравляем. К сожалению, здесь его нет. Нету здесь второго. Я очень рад за своего друга, это мой приятель. Работала она в комиссии у Андрея Сергеевича Кривошеева. Он нам это все красиво рассказал, как она работала, блестка. В общем, вот так. Награждена за чемпиона, значит, за громадный ЖК телевизор там, 80 с чем-то по диагонали. Ну и, соответственно, всеми остальными делами, медалями и кубками. Значит, по поводу... всех остальных, значит, перечислять не буду, расценки говорить не буду. С дипломами второй степени вот сработали две единицы. Здесь присутствует владелец Владимир Александрович Шатров. Выжловка Свирель сработала. Значит, при сколько баллов у нее сейчас я? 76 баллах. Также, по-моему, при этих же баллах сработал и Баян Выжлец его. Сигнал, я извиняюсь. Полевой чемпион в прошлом и здесь. Себя подтвердил уже на закате Выжлец. В общем, с чем мы вас и поздравляем. Все уже взвешено заранее. Значит, хочу поблагодарить экспертов, которые с нами работают уже не первый год. И не только на этих мероприятиях. Это вот председатель Юрий Васильевич Акулов, эксперт российской категории. Это председатель второй комиссии, это Юдин Евгений Иванович, всероссийская категория. Принял участие, повысил свою квалификацию, получил первую категорию не так давно. Андрей Сергеевич Кривошеев из Белгородской области, вот он здесь присутствует, возглавил одну из комиссий. В общем, всем присутствующим экспертам от меня лично огромное спасибо. Судейство действительно было квалифицировано. Экспертам всем здесь присутствующим, вот Акулов Юрий Васильевич, то есть вот такое благодарственное письмо, такая вот памятная медаль эксперту за квалифицированную объективную экспертизу «Радуга голосов 2019». Всем вас поздравляю. Сыч Владимир Иосифович в этом же составе. Я вас поздравляю. Работал с подмой уже третий год. Входит у нас он и в состав оргкомитета. Так, дальше Юдин Евгений Иванович. Значит, Кривошеев Андрей Сергеевич. Антонов Алексей Юрьевич. Змин Николай Измаилович. Варнакова Елена Геннадьевна. Наша единственная звездочка в нашем коллективе. Спасибо. Да. Так, Иванов Валерий Павлович. Ныне уже с категорией
Он входил в комиссию без категории, стажером давно с нами, спасибо огромное. Возит комиссию безотказный наш товарищ, эксперт, друг и единомышленник. Спасибо, Оля. Спасибо. Савельев Дима Дмитрий Владимирович. Значит, принял участие в наших мероприятиях уже возрастной эксперт. У него вчера был день рождения. Это Прохоров Владимир Александрович. Живет он в Татарии, сам из Чувашии родом. Огромное вам спасибо за присутствие. И вот вы такие вот благодарности. Ну и от коллектива с днем рождения вас поздравляем. И дарим вам от оргкомитета вот такие вот комиссии. Спасибо. Я... Не надо дарить? Что значит не надо? Ну вот на этой ноте и закончим, наверное, наше мероприятие. Всем огромное спасибо. Счастливо вам добраться, кто сейчас уезжает. Только в связи с этим мы вот так вот экспромтом быстро и проводим наше закрытие. Спасибо Людмиле Васильевне со своим супругом, с Семеном Михайловичем за помощь уже неоднократно. Все 3 года она с нами, кормит нас, поет, накрывает. В общем, самое главное, терпит. В таком вот плане, да. Поэтому, кто остается, все наготовлено, она суетилась. Вот вижу, смотрит и думает, вот я бегала, старалась, все практически разъезжаются. Кто остается здесь ночевать, остаетесь... Стол, хватит. Но кто уезжает, что могу сказать? Счастливо.